Погода сменила милость на гнев. В страну ворвалась осень. Нагло и бесцеремонно. Тучи налетели в считанные часы. С неба повалил ливень. Осадки благоприятно отразились на состоянии лесов. Пожароопасная ситуация стабилизировалась. Синоптики предупреждают, если на последние весенние выходные запланирован пикник на свежем воздухе, то лучше взять с собой дождевики и зонтики, а после весь мусор убрать. Более 1 000 000 человек пострадали из-за наводнений в Западной Африке. Во власти проливных дождей оказались жители сразу 5 стран. Затоплены целые районы. Обильные осадки уничтожили посевные поля, пострадали даже рисовые плантации. Без жилья остались тысячи людей. Норвегию занесло. Открытие туристического сезона в округе Мёр перенесли. Снег завалил магистрали. На некоторых участках движение транспорта остановлено. Власти привлекли спецтехнику, но очистка идет медленно. Высок риск схода лавин. Завтра в Беларуси будет северный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Пройдут дожди, местами грозы. В субботу и воскресенье Бобруйск накроет облака. Осадки не прекратятся. Ночью воздух прогреется до 11-14 тепла. Днем от 15 до 18 со знаком плюс. Кристина Риянс, Максим Галионко, Бобруйск 360.